В понедельник Белгороднестровская райгосадминистрация провела выездное аппаратное совещание. Мы посетили Монаши, Алексеевку, Морозлиевку, Великомарьяновку и Широкое. Эти села входят в состав Алкалиевской балки, которая издавна славится своими добрыми взаимоотношениями с соседями. Взаимовыручка и совместное решение насущных проблем – вот девиз для жителей вышеназванных сел. Своими силами они решают житейские трудности. Не оставляет их один на один с проблемами и народный депутат Виталий Барвиненко. Он помогает сельчанам преодолеть трудности. К примеру, в Монашах несколько лет назад Виталий Дмитриевич профинансировал ремонт дороги и реставрацию моста. А в этом году сельский голова продолжил начатое парламентарием дело. Відрізок дороги села Монаші номер 2 було зроблено в цьому році, 2013-му, квітні місяці, на кошти сільського бюджету, які складають 18 тисяч. Здание почты также преобразилось. Здесь недавно завершился капитальный ремонт. Заботится сельский голова и о самых маленьких жителях Монаш. Так сельсовет совместно с родителями начали обустройство детской площадки, чему несказанно рады дети. Раньше качелей не было. Нравятся тебе качели? Да. А чем нравится? Мне нравится, что она крутится и надо за эти штучки держаться. А раньше были тут качельки? Нет. В прошлом году село Монаши заняло второе место в Одесской области по благоустройству. В этом году работа в этом направлении продолжается и, по всему видно, продолжается успешно. Преображается и Морозлиевка. Такие ухоженные улицы тяжело найти даже в райцентре, а про больницу и говорить нечего. Причем с прошлого года здесь стало еще лучше. Подарки всегда прекрасно. Если неожиданные подарки, это вдвойне прекрасно. А если подарок еще от народного депутата Верховной Рады Украины Виталия Дмитриевича Барвиненко, этого дорогого стоит. Он нам в честь Дня медработников, который будет вот буквально через 2 недели, подарил мебель. Ну, как бы улучшает комфорт работы наших медработников. И у нас в кабинетах теперь будет полностью поменяем мебель, и будет комфортно, тепло и хорошо для пациентов. Это очень хорошо будет, приняты они в теплых и прекрасных кабинетах. Жизнь бурлит в каждом селе Алкалиевской балки. К примеру, в Великомарьяновке предприятие «Староказачий сыр» открыло пункт приема молока. Здесь ежедневно принимают до тонны продукции, которую хранят в специальных условиях, чтобы не испортилось. Решили в этом селе и проблему с водообеспечением. Сегодня в каждом доме есть вода. Ремонт дорог, обеспечение людей водой – это одни из наболевших проблем в любых селах. Но в Монашах, Алексеевке, Морозлиевке, Великомарьяновке и Широком они решаются. Секрет успеха – взаимовыручка и помощь народного депутата Виталия Барвиненко.